Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Age World, и с вами я, Юрий Гемельфарб. Вот так бывает. Перешагнешь ты через 50-летний рубеж, и в один прекрасный момент убеждаешься, что ни черта ты в этой жизни не понял, ничего ты не знаешь, и смотришь ты на какую-нибудь новость, и руками разводишь. Впрочем, не буду вас интриговать. Однако, перед тем, как мы посмотрим эту новость дальше, давайте договоримся. Эту новость не будут смотреть лица младше 18 лет, а также лица с тонкой душевной ориентацией и неустойчивой психикой. Впрочем, вы удалили уже этих людей от экрана? Хорошо, я вам верю на слово. Тогда внимание на экран. Как сообщает Саратовский центр журналистских расследований «Медиаликс-64», глава Саратовского регионального отделения Всероссийского родительского собрания Владимир Росновский направил обращение прокурору Саратовской области Сергею Филипенко, в котором просит главу надзорного ведомства обратить внимание на практику продажи в саратовских сетевых магазинах товаров интимное назначение. Особое возмущение Росновского вызвали факты реализации на кассах смазки для анального секса. Далее цитата. За продуктами люди идут в магазины, в том числе и с детьми, и вынуждены закрывать им глаза или отвлекать, чтобы детки не видели эту мерзость. У родителей в связи с этим возникли вопросы, все ли в порядке в головах у руководителей вышеуказанных ООО, все ли в порядке в головах у надзорных органов. Получается, что табачные изделия прячут, а товары для извращенцев на самом виду. По поручению родителей прошу вас привлечь к предусмотренной законом ответственности вышеуказанной ООО «Волготорг», Центр реструктуризации «Горомис» за нарушение требований федерального закона от 29 декабря 2010 года, номер 436 ФЗ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и в целях защиты детей от информации, пропагандирующих отрицание традиционных семейных ценностей. Также общественных просит прокурора обратиться с инициативой в облдуму, чтобы запретить на территории Саратова торговлю товарами интимного характера в магазинах розничной торговли, за исключением аптек и секс-шопов. В частности, господин Росновский также приложил фотографию, сделанную в одном из магазинов, торгующей анальной смазкой. И в ответ, полученный Всероссийским родительским собранием от главного психиатра региона Александра Паращенко. Последний, кстати, отмечает, что расположение подобных товаров для всеобщего обозрения, в том числе и несовершеннолетних, способствует преждевременному половому влечению детей и подростков, что крайне негативно сказывается на психологическом развитии и морально-этическом поведении. Издание также приводит скан-копии имеющихся в их распоряжении документов. Знаете, друзья мои, вот давайте так, чтобы меня не упрекали и не обвиняли в оскорблении чувств верующих, я заранее скажу, что я полностью разделяю гнев господина Росновского и сочувствую его возмущению. Полностью и окончательно. Но у меня один вопрос. Вот я дожил до 56 лет. И, честно вам скажу, я не знал, что вообще существуют какие-то там смазки для всяких там разных действий. У меня нет такой информации. Больше скажу, я просил своих друзей, своих однокашников, своих коллег, бывших и нынешних, никто об этом понятия не имел. Но возникает отсюда вопрос. А откуда у господина Росновского
столь глубокие познания в вопросах анального секса. Вот, простите за некошерный термин, но я вынужден, и я, кстати говоря, моя совесть читаю, я предупреждал, что этот ролик не для людей младше 18 лет и для лиц с неустойчивой психикой. Если что, я не виноват. Но откуда господин Владимир Росновский столь хорошо осведомлен, как употребляются вот эти вот препараты или химикаты? Я, друзья, я даже не знаю, как употребить, в каком контексте употребить эти термины. Я не сведущ в этом вопросе, но господин Росновский сведущ. Откуда? Вот я понять хочу, почему господа православные верующие, ревнители, хранители, охренители, охранители традиционных ценностей так хорошо знакомы с подробностями анального секса и тому подобное. Я даже не берусь высказать гипотезу об источнике происхождения этих знаний. Вот мне вот это интересно. Откуда столь глубокие познания? Я в полном недоумении. А вы, друзья мои? Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал New Age Word. Не забываем ставить лайки. Если будут вопросы, присылайте. Обсудим. До встречи.